Очередной исламофоб решил помешать мусульманину совершить намаз. Инцидент произошел на одной из станций московского метро. Недовольный гражданин обратился к полицейским с требованием пресечь молитву, но получил от правоохранителей неожиданный ответ. А человек намаз совершает на фоне полиции, это нормально считаете? А что случилось? В смысле, ничего не случилось? Но он молится. Он молится, так можно. Но молится человек. Исламофобу не понравилось, что мусульманин вот так открыто молится Всевышнему Аллаху, хотя и стоит в сторонке. Ненавистник пытался объяснить полиции законы, запрещающие молитву в метро, но сам оказался в глупой ситуации. Что он совершает противозаконного? Что противозаконного, да. Я могу объяснить. Объясните, пожалуйста. Сейчас закончит молиться, я вам все объясню. Ему или нам? Вам объясню. Если вы не знаете законов, я вам объясню. Ну, по правилам пользования метрополитеном не запрещено молиться. Вот так. Можно так делать, да? Конечно. Не удовлетворившись ответом полицейских, исламофоб решил выразить всю свою агрессию теперь уже на друге молящегося человека, но также потерпел неудачу. А вы у меня на каком основании требуете документы? Вы кто? Вы кто такой, чтобы у меня что-то требовать? Он мой земляк. Вы почему ко мне подошли? Вы снимаете, поэтому вы почему ко мне подошли? Я тоже могу снимать. Не надо снимать человека. Он ничего не делал плохого. Он просто молится и все. Ни с кем не ругается, водку не пьет, не дрется. Он просто молится и все. На ситуацию отреагировал известный адвокат Руслан Нагиев. Он пояснил, в каких случаях полицейские могут задерживать посетителей метро и как быть с молящимися. Московские полицейские встали на защиту молящегося мусульманина и тактично разрешили назревающий конфликт. Все в рамках закона. Респект правоохранителям. В общественных местах запрещено хулиганить, употреблять спиртное, причинять вред окружающим, но не запрещено молиться. Конечно, лучше найти более укромное место для этого, но бывает так, что время намаза на исходе, да и на всю Москву всего 4 мечети. В итоге в этой ситуации растерянному исламофобу не оставалось ничего больше, как ретироваться. Жалоб в полицию от него больше не поступало.